Всем привет! Меня зовут Сергей, и вы оказались на канале Отчик. А именно оказались в Казани, как вы уже поняли, по местным красотам. Потому что, по моему мнению, Казань – одна из самых красивых городов. Что я здесь делаю, почему, зачем и как – вопрос скорее не нужный. А вот какая у меня задача – это уже совсем другой вопрос. А задача у меня – найти местных армрестлеров. Стоп, приятель. Извини, что мешаю тебе смотреть свое же видео, но это важно. Когда я только начинал заниматься ютубом, я столкнулся с целой горой трудностей и продолжаю с ними сталкиваться ежедневно. И даже спустя уже кучу времени, имея определенный опыт, я все равно продолжаю сталкиваться с определенными проблемами. Иной раз ютуб это морально сложно. Понимая все это, лично тебя, подписчик, я хотел бы попросить кое о чем. А именно, поддержать канал моих коллег по цеху и просто хороших приятелей ArmLife. Ребятки только начали свой путь в медиалокации ютуба, но лично я уже успел оценить и даже проникнуться симпатией к этому каналу. Подписывайся на их канал и обязательно увидишь годный контент об армрестлинге. Подпишись, давай дадим этому каналу шанс делать годноту. И давайте двигать армрестлинг вместе. По определенным рабочим моментам я вынужден находиться в Казани, чему я не могу не радоваться, поскольку мне здесь очень нравится. Я захожу здесь уже 9-й день и просто наслаждаюсь каждым днем пребывания здесь. Правды ради, я уже встречался с армрестлерами здесь. Скажем так, мы забили здесь стрелу, чтобы встретиться, побороться и выяснить, кто из нас сильнее и так далее. По местной информации им не хватало сильного спарринг-партнера. Я на такое звание, конечно, не претендую, но достойную конкуренцию, думаю, составить им смог. Встречались мы с 3-й недели уже. Конечно, путь был долгий, искал я их почти до вечера. Я все искал. Искал я в разных местах. Искал и искал. И вот набрел на Кремлевскую набережную. У армрестлеров здесь традиционные сборы на Кремлевской набережной. Кремлевская набережная. Что я тут делаю, наверное, остается для вас загадкой. Сразу говорю, мне нужны армрестлеры, много армрестлеров. Я их ищу, только не знаю, где искать. Кстати, по-моему, я нашел двух. Вот они. Посмотрите на них. Уже разминаются. И они настроены серьезно. Сегодня снимем спарринг, как я поборолся и так далее. Казанская бригада, братва. Откликнулись быстро, мне не с кем было бороться, и вот они собрались. Назовите, пожалуйста, и фамилии. Паша Губушкин. Губушкин. На линейке. Да. Фамилия Рулин. Ну, надо представиться. Ратмир Гемодинов. Кстати, рекламирую, это художник и фотошопер моего канала, он делает мне превьюшки. Если что, обращайтесь к нему. Я обещал ему всю рекламу, вот теперь я свой долг исполнил. Лучше Тирков. В общем, будем знакомы. Давай. Вот, ну что, сейчас поборемся, посмотрим, что я могу показать против этих ребят. Thank you.
фоне туч так красиво расположился Кул-Шариф, если я не ошибаюсь, он так называется. Знаменитая большая казанская мечеть. А напротив какая-то тарелка. Еще не знаю, что это такое, но я обязательно выясню. А это вообще какая-то пирамида. Неизвестно, что это такое. Типа, я не перестаю удивляться, насколько мой провинциальный город отличается по масштабам и красоте. В худшую сторону, естественно, отличается от Казани. В целом, здесь очень красиво. Просто раздолье для контента и для элементарных прогулок. И посмотрите. Такая крепостная стена. Видите, вот эти загородки? Раньше их не было. Скорее всего, вот эти бойницы были в рабочем состоянии, не было никаких крыш. Это уже сделали как бы декоративный элемент, по моему мнению. Я так думаю, по крайней мере. Знаменитая современная история много чего умалчивает, поэтому мы не все знаем о нашем мире, далеко не все. А то, что знаем, еще нужно проверить. Давай, к этой крепостной стене. Вес этих стен практически ощущается физически. Ну что, вот я и рассказал вам немного о своих передвижениях в этом прекрасном городе. И да, заранее простите, что я мокрый и такой весь грязный, некрасивый, фу, вообще. Это все потому, что начался дождик. Я же говорю, что я везуч. Надеюсь, вам сегодня понравился такой формат влога. Надеюсь, вы получили двойное удовольствие. И влог в прекрасном городе, и отличные спарринги с хорошими и сильными ребятами. Уровень, конечно, ребят очень мощный. Пишите, что вы думаете об этом. Да и вообще пишите любые комментарии, предлагайте свои темы, пишите свою оценку. И желательно ваш комментарий должен состоять из 4 слов. Я вообще не знаю, как работает YouTube, но если вы напишете 4 слова, то какие-то алгоритмы YouTube помогут мне продвинуться в рекомендациях. Уверен, это мое не первое и не последнее
мнение к видео из Казани, поскольку я здесь надолго. И да, не забудьте подписаться на мою группу ВКонтакте. Там вы найдете мемы и юмор, интересные новости из мира армрестлинга, заметки и информацию по моему каналу и по будущим видео, и анонсы новых видео. А также найдете оборудование для армрестлинга по самым низким ценам, которые можно только найти. Я не ловлю цены, потому что хочу сделать армрестлинг доступным для всех. Поэтому покупайте, если хотите. Ссылочку вы найдете в описании к этому видео. В общем, я думаю, пора откланиваться. Будьте сильными, оставайтесь смелыми и давайте продвигать армрестлинг вместе. Затем я прощаюсь с вами. До скорого!